Бебеню, а Марсель, дамы и господа. Задавать интересные вопросы в комментариях под этим. Под этим. Нам только что сказали, что через 2 часа около... Нам только что сказали, что через пару часов, когда стемнеет, камеру лучше с собой не брать. Но мы парни рисковые. Снимаешь? Ребят, мы приехали в наш отель. Я не знаю, как открывать дверь. Костян, как думаешь, существует взаимосвязь? Да. Да, это на самом деле не имеет значения. Имеет значение, что он теперь в другой команде. Сенсей, ты на месте? Ребят, прямо из Apple Store попадаешь вот на такую набережную. Посмотрите, какой он здоровый. Просто посмотрите, какой он огромный. Нет. Нет, то было, все нормально. Все вообще нормально. Супер. Да, да ну, ты давай. Что? Хорошо, мы сейчас идем за тачкой Флейми и покатаемся по Марселю. Честно, с трафиком в Марселе немножко непонятно. Вроде бы едешь в одну сторону, оказывается, в эту сторону нельзя. И надо ехать туда, где ты не повернешь уже к пацанам. Ребят, только что мы направлялись на арену, и в нас врезался вот этот вот чувак. Кафе, кафе. Кафе? No, thank you. Девчонки идут, смотри. Чего? Мы купили одинаковую обувь. А, да, это мы в Нью-Йорке с Костяном купили. И с Львом. Очень удобненько. Лоу. Ты пару слов хоть на португальском знаешь? Да. Какие? Это наш бис, скажи. Тебе сказать? Давай. Окей. Сабадуна баллада. Сабадуна баллада. Колд Леопольд. Теперь красавчик. Это я красавчик. Как ты красавчик? Я хорошо красавчик. Ты хорошо выглядишь сегодня, красавчик. Ты тоже красавчик. Ебой, бро, ты красавчик, ебой. И ты красавчик. Вообще все красавчики кругом, давай. Вот еще красавчик. Давайте что-то делать. С чем связана твоя вот форма? А вот я не расскажу, не расскажу, не расскажу. Не расскажу, не расскажу. Почему красавчик? Ну потому что красавчик. Это нельзя так раскрывать. Все, обрубил. Офф-топик, пацаны. Я не знаю. То есть, ну, вот красавчик. А вот вы там сами уже думаете. А знаете почему? А он-то сам не знает, что произошло. Наверное, время прошло. А не, он так все знает. Да? Нет, я все знаю. Да. Понимаете, не всегда надо раскрывать все секреты. Особенно, если не связаны с таким капитаном. Не для никого. Работаем. Как удары электричества идут. Видите, ток проходит. Почему-то зациклились на астрале. Хотел дождаться Нави, но не появился. Ребят, мы все-таки нашли выход на арену. Сейчас одним глазком постараемся вам показать. Я сказал, что я больше сниматься не буду. Все. Делайте вывод. Ребята, помогите кто-то уговорить электроника сниматься во влогу. Ну что, в последний раз произошла такая ситуация. Ну, он сам расскажет, почему он затаил нас. Как бы говоришь, ну не надо, не надо. А люди говорят, надо, надо. Надо, Федя. Надо. А еще на самом деле, вот вы все говорите, да, что у меня там второй подбородок, пузо. У меня на самом деле этого нет. Но мы этого не говорили вообще. Я не знаю. Мы этого... Просто так снимают, что как бы...
А, все, я понял. Смотри фокус, смотри фокус. Так ты полный, смотри. Да, так я полный, а так я худой. Вот секрет раскрыт, друзья. Хотите увидеть полного Лешу? Пожалуйста. Хотите увидеть худенького Лешу? Только пожалуйста. Попросите Костю. Ну давай. Ситуация ворот правых. Опасно. Да, это гол. Еще один опасный момент. У ворота. Похоже, он не из футбола, а из карате. Итак, счет непонятно какой. Игра продолжается. Мы стали свидетелями с вами потрясающего матча. Ладно, идем к ребятам, посмотрим, что они. Гай, всем смотрим. Давай. Гайзовский, всем спасибо, кто смотрел третий влог с Марселя. Ой, вернее, второй. Давай еще раз. Пойдем туда, на арену, пожалуйста. Давай. Вот тут теперь будет прикольно, концовка. Давай, давай. Да, чуть-чуть, сейчас. Я скажу, когда. Стоишь туда, смотришь сначала. Да, давай. Поворачиваешься ко мне. Угу, болельщики, я вас не слышу. Ну, я чувствую, они здесь будут скоро. Всем привет! Ребят, мы в полуфинале, все супер, но вот ребята заходят в Вячеславу Жузону, а нам почему-то нельзя уже вот с этого турнира. Сейчас будет шоу. Да, нет, это не надо вставлять, Кирилл. Ну, блядь, я перепутал. Ноль эмоций человека, он просто уже перевоплотился в этого, в мастера. Это сила вселенной. One, two, and three. И руки давай. Жестко. Качки. ПМС. Голуби, голуби, смотря голуби, на банане голуби, на мираже голуби одни. Проходит автограф-сессия на стенде наших партнеров HyperX. Каждый желающий может подойти и получить автограф на коврике, на фотокарточке или еще где-либо. Мы знаете, что сейчас делаем? Мы возьмем такую же карточку, получим подписи всех игроков, и эта фотокарточка с автографами уйдет тому фанату, который задаст самый-самый интересный и правильный вопрос, но не глупый. Ну вот так вот мы стоим в очереди со всеми, чтобы взять автографы наших игроков. Здравствуйте, символ. Сегодня отличная игра была. Спасибо большое. Каких-то пару советов можно мне, как начинающему игроку? Что-то революцию сделал. Ну что сказать, тренируйся много, и все у тебя получится, да? Конечно, с возрастом проблемка у тебя наличие. Это я тут расписаться для тебя, да, должен? Да, Даня, пару слов, как молодому игроку, совет. Прости, бро. Кушай, слушай родителей, ходи в школу. Что еще сказать? Ну, ты молодой. Ты должен уважать старших. Слушать старших. Если тебе попадались такие опытные старики, как мы с Иваном, уважай. Реально, иди вперед. Нет, ну, Санька. Еще а, эйсы давай. Эйсы, как Саня. Сидит. Эйсы. Вот, побольше эйсы. Да, минимум два лучше. Красавчик, твои пару советов начинающим игрокам. Тренируйтесь, вот, красавчики. Тренируйтесь, красавчики. Сколько времени на тренировки уделять в неделю? Я предлагаю не просто тренироваться, красавчика. Я предлагаю ему за собой ухаживать. Ну, конечно. Ходите красивую, хорошую парикмахерскую. Личико делайте так по утрам. Если вы хотите, если у вас нет возможности пойти в реально хорошую парикмахерскую, пишите Дане, он скинет. Как минимум могу подстричь. Флейми, пару слов. Вот если бы я был начинающим игроком, что бы ты мне сказал? Сынок. Поиграю в другую игру. Расскажи, пожалуйста, как готовились к матчу с Гамбит? Смотрели демки, может быть, какие-то тактики придумывали новые? Или расслаблялись просто перед игрой? Чтобы... Мы накидали себе определенный план, посмотрели накидались, игры. Извини.
накидались. Нет, я не буду стрелять во влог. Добрый вечер всем болельщикам киберспорта. Сегодня гранд-финал. Команда Natus Windsor встретится с Astralis. Для вас прекрасное начало. Победа против Renegades, Fnatic. И полуфинал с Маус Спортс. Приглашаются на сцену Natus Windsor. Короче, честно. Окей, я играю, а ты Миша. Вот так, ты говоришь, да, парни, да. Давай, смотри, моделируем ситуацию. Я рискую, а ты подходишь ко мне, да? Я такой смотрю. Скилл не пропить. Парни, я рискую. Ребятки, сейчас мы просто, как ни в чем не бывало, пойдем. Нет, сейчас не пойдем, подождите. Немножечко вам годного контента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. Дальше больше турниров, дальше больше контента. Очень крутой ролик, говорит Жека. Он про наш ролик, который на YouTube. Пришел ролик посмотреть.